Там Сюджай, все участницы представляли коллектив. Коллектив «Сокровища», руководитель под руководством Анастасии Каюмовой на 6-м месте. Алиса Кузнецова. На 5-м месте Екатерина Бурсова. На 4-м месте Ярослава Суханова. На 3-м месте Александра Тимахина. На 2-м месте Дарья Роднева. И победа достается участнице под номером 157. Ваши аплодисменты. Любовь Афанасьева. Танец «Ча-ча-ча. Дети, начинающие соло девочки». 6-е место Дарья Вилкова. На 5-м месте Юлия Завгородняя. На 4-м месте Мария Механошина. На 3-м месте Кристина Шахназарян. Коллектив «Никар», руководитель Ольга Никитина. 2-е место Мария Сомова. Коллектив «Карамель», руководитель Наталья Карипанова. И на 1-м месте Елизавета Ан. Коллектив «Никар», руководитель Ольга Никитина. Дети, начинающие соло девочки, медленный вальс. На 8-м месте Генриетта Жбаня. На 7-м месте София Захарова. На 6-м месте Екатерина Лащина. На 5-м месте Юлия Завгородняя. 4-е место Кристина Шахназарян. На 3-м месте Анастасия Бушинская. Коллектив «Карамель», руководитель Наталья Карипанова. 2-е место Мария Механошина. «Карамель», руководитель Наталья Карипанова. И на 1-м месте Елизавета А. Никар, руководитель Ольга Никитина. Начинающие соло девочки самбо. На 6-м месте Анна Петькова. На 5-м месте Мария Механошина. На 4-м месте Юлия Завгородняя. На 3-м месте Дарья Турова. На 2-м месте Анастасия Бушинская. И на 1-м месте Мария Насомова. Коллектив «Карамель», руководитель Наталья Карипанова. Категория. На 3-м месте Дарья Турова. На 2-м месте Мария Сомова. И на 1-м месте Марианна Завира. Танец «Ча-ча-ча». Ой. Танцевали дуэты, прошу прощения. Танец «Ча-ча-ча». На 3-м месте дуэт под номером 194. Мария Дарья Турова и Владислав Иванов. На 2-м месте пара номер 193 Марина Сомова и Артем Галактионов. И на 1-м месте пара номер 210 Марианна Забира и Николай Плотский. И еще два комплекта наград Марианна и Николай получат прямо сейчас за исполнение танца «Медленный вальс» и «Джай». Целый иконостас, мне кажется, сегодня медалей собрали ребята. Мы поздравляем их аплодисментами.